благодарны. Эксперты ОНФ Туве провели заседание по вопросам ремонта проблемных участков дорог в регионе. Как сообщили активисты Народного фронта, из топ-10 дорог региона, за которые на интерактивной карте было отдано наибольшее количество голосов, в планы ремонта на текущий год были включены 6 дорог. Из них на данный момент в Кызыле отремонтированы отрезок дороги на Вавилинском затоне, улица Интернациональная, а также завершается реконструкция улицы Ангарский бульвар. Кроме того, капитально отремонтирован въезд в село Сукпа, который также входил в планы ремонта на текущий год. Между тем, запланированные в этом году ремонтные работы не проведены на участках трассы напротив сел Кундусту, Бояровка и дороги, соединяющие села Байхак и Межигей. Хотя данные участки входят в топ-10 убитых дорог республики. По информации регионального министерства дорожно-транспортного комплекса, вызвано это затянувшимся процессом проведения торгов и выбора подрядной организации. В связи с этим запланированные сроки дорожных работ сдвинулись на следующий год. Управление Росреестра по республике уведомляет, что на сайте ведомства и Министерства земельных и имущественных отношений Тувы можно ознакомиться с проектами карт-планов территории в отношении 56 кадастровых кварталов, выполненных по результатам комплексных кадастровых работ. Напомню, что на территории города Кызыла, в том числе в районах левобережных и правобережных дач, микрорайона Вавилинский, проводятся комплексные кадастровые работы в отношении всех объектов недвижимости. Заказчиком является Министерство земельных и имущественных отношений Тувы. На заседании согласительных комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков представляется проект карты плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых работ, порядок согласования местоположения границ земельных участков и регламент работы согласительной комиссии.